Хай, Джек! Максимка! Хай, Джеки! Хай! Хай, бэйби! Оп, оп, подожди, да куда вы все бежите? Я ж добрый. Я хочу просто немного ласки и любви для своей биты. Идите сюда. Боже. Ласка и любви для своей биты. Минус один. А давай, дамочка, остановись. Бам! Все. Все, моя бита. Я сейчас завыкаблучиваюсь, нахрен так летать. Надо на какое-нибудь здание тогда уж спрыгнуть. Давай, садись на шоссе, а я буду на машине ехать рядом и смотреть. Да, классно. Только вот я уже наметился вот сюда вот спрыгнуть. Сейчас. Нет, ты слишком долго выпрыгивал, он из... Зараза. О, май гад! Да, я весьма с большой высоты спрыгнул. Уф! Я где, короче, дом, который строится? Сейчас по городу. Окей, я уже тебя вижу. Не-не. Опа. Вот это что там взрывается. По-моему, либо танк, либо это тот самолет мой упал. Поблизости людей вроде нет. Тут всего трое человек на сервере. И есть... Полиция, конечно же. И мне понравилось, что я спустил на город. На город, блин. О, а что там на стройке? Что-то все такое. Что-то на стройке. Ну это я там побывал на стройке. Сейчас посмотрим. Да что ты, блин, зацепился парашютом. Ах, так, ладненько, полиция, черт, дери, мне нужно быстро куда-нибудь. Давай, так. Давай. Давай, дружище. Слушай, я могу зацепиться за... Нет, ладно, не сейчас, не до этого, поехали. Боком, как ФБР? Да-да-да. Это только на их машине, по-моему, можно. А это не такая? Нет, это другая, да, это не их машина. Понятно. Итак, мы едем шопиться, я хочу переодеться. Так, ближайший магазин слева. Все понял. Налево. А теперь чуть-чуть вперед пару улиц и направо. И к этому все, я вижу. Улицы мы оторвемся. Если что, в темный переулок слева. Можешь свернуть и там переждать. Слушай, прям стратегия, а? Да. Оп! Авария. Сворачиваешь. О. Прям на этом. О, я выпрыгнул. Красавчик. Продолжай в том же духе, и у тебя будет очень много синяков. Да, уже заработал себе на лице пару синяков. Прости себя сам, прямо сейчас, сказал прохожий. Это надо было видеть. Прохожий идет, я ударил, так он дальше идет, и хоп, упал. Итак, топы. Деловые повседневные. А, вот оно где все. Ну вот это новое DLC-то, которое... лол. Такой вообще извозчик. На. Ну такой, знаешь, стиль 50-х, где-то 60-х. А-ля мафия. Слушай, надо переодеться. Что-нибудь. Гата. 10 тысяч стоит, нифига тут. Дэнди. Дэнди, это который. Деловые, элегантные. Звезда. Доты. Сцены. Да. Дьявол моды. Сукинел, походу, просто. Кантри 7700, офигеть, ценник. Стиляга. Ягод, по-моему, то же самое, что и извозчик, просто посветлее одежду. Коллекционер. Так, ну давайте посмотрим. Ну вот этот вроде ничего, бульдог. А потом неплохо вроде вот этот прикид, да, неплохой. Работяга. А, стиляга вроде тоже неплохой. И вот коллекционер, вот 4 для себя отметил. Коллекционер, стиляга, бульдог и аллигатор. Бульдог? Где бульдог? Я короче, чудак, я так понял. Доступность 5%, ну очень интересно. Обычные пляжные, летний. Слушай, прикольно, много так. Домашний. Повседневный. Гопник, во! Прям, ну гопник. Прям написано гопник? Да, прям написано. Фанат спорта. Битмейкер. Йоу-йоу. Какой-то, знаешь, типа модный этот диджей. Мистер Бренд. О, деловой прикольный костюм, 5000 стоит. Скейтер. Роллер. Офигенно. Камуфляжный мальчик. Причем тут камуфляжный, он просто выделяется. А, ну понятно. Я переоделся слегка. Кислотник.
Дальше. Уличный. А, вот это еще такой, да. Блин, много так там... Я на охранника какого-то стал похож. А, работяга, вол. А, сорви голова. Вот такого персонажа изначально я хотел. В стиле. Сорви голова? Это в обычных, наверное. Модник, да, это в обычных. Артист. Раньше, по-моему, это все продавалось, но они просто это сейчас сделали. Прям... Да, совместили просто. Прикольно сделали, кстати. Ну да, удобно. Намного просто... проще выбирать одежду теперь. Не париться. Индивидуалист. А, аристократ. Прикольно. Пройдоха. Мафиози. Я думаю, эти одежды будут со временем меняться. Деловой, вот у тебя деловой, да? Ну это слишком. А, во! Кантри! Прям вообще такой кантри мэн. Кантри? Так, кантри, наверное, в деловых. Блин, мне нравится. Классно. Беру. Да, кантри тоже. Кантри прям такой, знаешь, как будто магнат такой. Вот-то. Вообще. Хоу я! Знаешь, что этими? Дорогие мои! Йо-хо-хоу! Подожди, стой. Встань в магазин вот так вот. Так? Сейчас, подожди. Фоточку хочешь на память? Да. Кстати, я видел PNG-шку. Ой, PNG-шку, гифку. PNG-шку, гифку, JPG-шку. Парень, короче, стрелял в типа со снайперки через его мобильник. То есть мобильник вообще пули непробиваемый. Фига себе. Стрелял, тот просто его убрал и тут в хэт выхватил. Прикольно. Да. Итак, задание. Разборка и крыша. Мы знаем, что ФБР прослушивает наши телефоны. Читает почту сообщений. Слушай, где-то вот мобильник. В мобильнике есть магазин. Да, вот браузер. Интернетовский. А, услуга, деньги. Еда, напитки, путешествия, транспорт. По-моему, где-то можно купить... машину. Вот, по-моему, да. Офигеть. Нет в наличии. Что? Почему нет в наличии? Эй, what the... Так, смотри на меня сейчас, что я сделал. Ты видишь меня? Сейчас, погоди секундочку. А, тут, короче, немножко DLC, наверное, их покупать надо некоторыми. DLC? Но... Да, просто я как-то не слежу за этой темой, но вот тут... нифига себе, аддер. Некоторые машины заблокированы, но они тоже в таком стиле. Да, есть такое. А, подожди, в таком же стиле? Ну да, то есть... Сейчас, подожди, посмотрю. Такой, знаешь... Ну, самолет можно купить. Слушай, сколько у меня денег? Мало денег. О, машина с амфетамином, можно купить ее. 15 тысяч всего стоит, да? Ё-моё, тут можно целый воин. Смотри, тут есть бульдозер, всего лям стоит. Алло. Танк стоит, вот, лям 500. Танк стоит, да, лям 500 можно купить. Вот они откуда танки появились. Да. А, о, Journey, приключение, путешествие называется. Ё-моё, 50-тонный самосвал, реально миллион стоит. Это прикольно. Нахрена покупать автобусы? Вот объясни мне. Фиг знает, может кто-то хочет для коллекции. Такого же можно будет обделать, мне кажется, будет круто. Лимузин можно купить, 30 тысяч стоит. Ну да, наверное. А, лол, тогда погоди. 50-тонный самосвал тоже можно обделать? Ага, ну получается, да. Просто такие, знаешь, диски такие. Машинка подана. Садитесь, жрать, пожалуйста. Окей. А, сейчас мы доедем на машину, нифига она, пылесос на колесах. Ты там отметку где-то поставил, я вижу. Нет. Ой, это тебе доставили? Нет. Это я... Куда-то мне надо еще свернуть. Зараза. Так, доездим до твоей машины и там закончим, наверное. Ну да. Она где? Сейчас доедем. Пиздегасоу! Бэч! Сарна! Угадай, какая машина! Ух ты! Еее! Че, крутяк? Эй, куда? Да, дофига, он на пассажирское-то сел, лол. Садись.
Ладно, так, все. Вот. Славненько. Так, сейчас поставлю отметку. Где там West Coast Customs. Los Santos Customs, который... А, вот, недалеко. Ладно, тогда. Пум-пум-пум. Ну все. Всем спокойной ночи, всем пока и всем доброго здравия и торта. Да. Oh, yeah! Можно я тебе в морду дам? Воу! Ты что, цианид сожрал, что ли? Да. Лол, это как? Убить себя. Офигеть, обычно он это с пистолета делает в голову. Ну, видать, новое добавили. Ну ладно, всем пока. Просто цианид такой сожрал, сдох. Жуть. А, еще можно вот так вот сделать. Ну-ка, давай. Файт. Снова. Нет! Выплюнь! Что ты делаешь?